Здравствуйте. В студии Людмила Басыгысова. Вы смотрите прямой эфир с главой города Якутска Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 320202. Звоните и задавайте ваши вопросы. Прямую трансляцию эфира вы также можете смотреть на нашем сайте gtrksakha.ru. На прошлой неделе Якутск посетил президент страны Владимир Путин. Какие ваши личные впечатления от общения с главой государства? Мне удалось в третий раз присутствовать на мероприятии и встречаться с Владимиром Владимировичем. Безусловно, это яркое событие в жизни каждого человека. Отрадно, что в этот раз наш доклад с Айсеном Сергеевичем заключался по ходу исполнения мастер-плана города Якутска. И удалось обозначить очень важные вопросы для нашего города. В первую очередь, это, конечно, вопрос расселения из ветхого аварийного жилья. Мы в текущем году закончим досрочно программу по городу Якутску. И был и обозначен вопрос о том, чтобы досрочно рассмотреть финансирование на 2025 год для расселения домов, не дожидаясь следующего этапа. Если бы не обозначен этот вопрос и не будет принято соответствующее решение, то 2025 год у нас, к сожалению, выпадет, поскольку программу мы досрочно закончим. Поэтому мы хотим также динамично продолжать расселять. Этот вопрос был обозначен перед президентом. Президент одобрил наше предложение. Дальше остается работа уже с профильными министерствами. Был обозначен вопрос по строительству мостового перехода через Лену. Безусловно, крайне важный вопрос для обеспечения транспортной доступности всех нас, и жителей города Якутска, и всего Дальнего Востока. Это 3 федеральных дороги, 5 региональных, соединение железнодорожного вокзала с аэропортом. И обозначен вопрос строительства межвузовского кампуса, который, безусловно, очень важен для нас, так как мы в городе Якутске имеем большое количество молодежи, средний возраст горожанина 34 года, у нас большое количество рождаемости, прирост с точки зрения количества выпускников школ, поэтому, конечно, нам необходимо развивать систему среднего образования, высшего образования, для того, чтобы молодежь могла получить здесь достойное образование, не выезжая за территорию города, и более того, сделать город таким центром, научным центром Дальнего Востока и Арктики. Какие еще важные решения были приняты? В целом президенту было представлено развитие нашей креативной экономики. Презентация проходила на территории квартала труда, поэтому президент высоко оценил продвижение наше в стороне IT, в кинопроизводстве. Значит, безусловно, исходя из этого, было принято решение поддержки строительства кинопавильона полного цикла. Также были обозначены вопросы, связанные с активной реализацией на территории нашего города взаимодействия с городами ДНР. Тезис, который был озвучен, то, что вот сближение новых территорий через IT, это, конечно, правильное решение, которое Владимир Владимирович высказал и в своем выступлении. Также у нас на территории города президент посетил Высшую школу музыки, и, направляясь в Высшую школу музыки, видя, сколько людей стоит на улицах, президент пообщался с населением города Якутска, почувствовал любовь, уважение жителей города Якутска, ну и посетил стадион Туймада в преддверии проведения 8-х летних спортивных игр детей Азии. Стадион Туймада будет выступать главной площадкой, где у нас будет проходить церемония открытия и церемония закрытия. Расскажите о текущей реализации мастер-плана города Якутска. Мастер-план у нас из себя представляет 33 мероприятия, которые включают в себя 90 отдельных проектов. По 90 проектам, которые должны быть реализованы до 2030 года в целом, сегодня идет работа по 23 проектам. В 2023 году мы начали работу по 10 проектам, в 2024 году туда добавилось еще 13 проектов. Все проекты, которые должны быть сделаны в 2025 году, мы уже сегодня разрабатываем проектно-сметную документацию. Поэтому на данный момент мы движемся строго согласно календарному графику и установленному долгосрочном комплексном плане, подписанном председателем правительства. Для наглядности, например, по мастер-плану у нас реализуются 3 общественных пространства. Это площадь Ленина, набережная реки, набережная озера Сайсары и набережная Романа Михайловича Дмитриева на 202 микрорайоне. Эти проекты должны быть закончены до конца 2024 года.
То есть у нас уже к концу этого года будут проекты, которые должны быть закончены. Например, в 2024 году начался проект в рамках мастер-плана, это строительство СОЖ номер один. Это вот проект, который... И вот таких проектов 23 всего. Угу. Они разные. Они начиная от комплексного развития территорий трех кварталов. Это спортивный, звездный, Ленские высоты, заканчивая системой насосов, которые будут закачивать в наши озера городские воду для обеспечения их сохранности и улучшения экологической обстановки. Евгений Николаевич мне сообщает, что поступил первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Евгений Николаевич, подскажите, пожалуйста, а межвузовский кампус и кинопавильон вот, круглогодичного цикла, когда начнется строить и когда будут сносить деревяшки? Вообще, деревяшки на радиоцентре попадают под план сноса? Или как? Очень интересует жителей. Спасибо за звонок. Спасибо. У нас строительство самого здания межвузовского кампуса и кинопавильона не подразумевает расселение двухэтажек, которые стоят в 68-м квартале. Они будут построены на радиополе, где у нас сейчас стоит пустырь. Значит, но вместе с тем на территории двухэтажных многоквартирных домов, которые стоят в 68-м квартале, запланированы объекты благоустройства, объекты социальной инфраструктуры, поэтому их мы будем расселять. Большинство из этих домов были признаны аварийными до 1 сентября 2023 года. Я напомню, что президентом принято решение, значит, расселить все деревянные дома, признанные таковыми в период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2023 года. Таких домов мы признали 957 штук до 1 сентября 2023 года. В том числе в рамках реализации этого поручения у нас вопрос, который мы обозначали перед президентом, это ускоренная реализация расселения по завершению досрочно второго этапа расселения. Вот то, что мы говорим. Мы планируем к расселению 957 многоквартирных домов. Это порядка 424 тысяч квадратных метров. У нас в этих жилых помещениях прописано 32 140 человек. Общий объем финансирования в ценах текущего года составляет порядка 66,5 миллиардов рублей. Поэтому нам нужно динамично двигаться. Такого объема переселения нету нигде по стране. Это самый большой объем. Поэтому то поручение, которое дал президент для нас, оно действительно является судьбоносным для десятков тысяч человек. А в целом, что сами горожане говорят о мастер-плане Якутска на встрече с вами? Вообще, по вопросам мастер-плана я провел порядка 100 встреч с населением. Они были разделены на два этапа. Первый этап встреч мы проводили до утверждения президентом в рамках подготовленных инициатив. Значит, далее мы прошли вторым этапом уже после утверждения президентом и выхода долгосрочного комплексного плана, под утвержденным председателем правительства Российской Федерации, как форма взаимодействия и договора между гражданами, бизнесом и властью. То, что на первом этапе мы обсудили с населением, какие предложения были от них озвучены, как они включены в официальные документы и в планы развития города. Поэтому точно можно сказать, что наш мастер-план по городу Якутску является народным планом развития города, утвержденным нашим президентом. Я думаю, во многом это отражает то отношение людей к мастер-плану, который есть. Потому что реально все проекты, которые мы туда включили, они отражаются в желаниях и чаяниях на горожан, которые проживают на территории города. На прошлой неделе у вас была очень насыщенная деловая программа. Якутск посетила большая делегация ВПРФ. Какие заключены соглашения? Буквально на следующий день после визита президента в страну к нам прибыла большая рабочая делегация Института развития ВПРФ. Для нас это тоже знаковое событие, поскольку, объясню, ну, очень просто. Вот общая потребность в денежных средствах по реализации мастер-плана порядка 449 миллиардов рублей. Из них 202 миллиарда рублей планируется выделение из федерального бюджета, 77 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет республики и города, и порядка 169 миллиардов рублей – это частные инвестиции. Так вот, вопрос определения частных инвестиций, привлечения в них денежных средств, безусловно, в наше время требует участия институтов развития. И очень отрадно, что мы имеем хорошую коммуникацию с госкорпорацией ВПРФ. На
рабочей сессии 19 июня удалось обсудить 3 проекта. Угу. Это, значит, вопрос финансирования выделения льготного кредитования по проекту модернизации уличного освещения города Якутска. Раз. Второе, значит, это вопрос реновации территории городского парка с его расширением территории на 17 гектар и со строительством круглогодичного аквапарка на территории бывшего снежного поликона. И третий проект – это у нас модернизация системы общественного транспорта. Вот эти три проекта, они уже сегодня находятся в глубокой степени реализации и активно участвуем с ВЭБом. Например, по территории городского парка ВЭБ РФ нам помог финансово уже на первом этапе разработать отдельно по территории парка мастер-план и маркетинговое исследование с финансовой моделью, которая дает вам понимание того, что проект может быть реализован и будет интересен нашим горожанам. Вот. А в целом нужно понимать, что у нас ряд проектов, которые уже сегодня на территории города реализуются благодаря ВЭБу. Например, строительство школ. Дочернее предприятие ВЭБа, Прошкола, у нас по линии взаимодействия с ними построены такие проекты, как школа пригородный, школа Хатаса, пристрой к пятой школе. И сейчас строится школа на 990 мест в 153-м квартале ТНДСК. Поэтому у нас много вопросов по развитию города Якутска. И вот мы посетили ВЭБ РФ под руководством главного управляющего партнера по городскому развитию Ирины Владимировны Макеевой. Это высокий уровень. Для принятия решений по городу Якутску нам это была хорошая возможность. Расскажите о реализации проекта городского парка. Что сделано на сегодняшний день? На данный момент мы имеем отдельный, как я повторюсь, уже мастер-план с определением территории, где что будет реализовываться. По мастер-плану предложенному мы расширяем территорию парка на 17 гектар. Угу. Это территория бывшего снежного полигона. Увеличиваем там на 7 гектар зеленые насаждения. Значит, будет построен аквапарк ближе к окружной дороге. То есть, по сути дела, парк станет иметь два входа. Это вот центральный вход, который у нас есть, и со стороны окружного шоссе и, значит, Вилюйского переулка. По самому наполнению парка у нас запланирована практически полная его реновация. Значит, и в концепцию заложена идея создать в парке условия для круглогодичного его посещения. В этом году у нас установлен рекорд. У нас за один день парк посетило 38,5 тысяч человек. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это самое популярное место не только в городе, но и в республике. И мы должны принять ряд мер. Но вот в этом году мы удалось вот косметический ремонт провести, и то по такого масштаба ремонт со времен Советского Союза еще не проводился. Да? То есть мы почти 13 тысяч квадратных метров заасфальтировали, поменяли малые архитектурные формы, и это уже освежило парк. В целом мы должны понимать, что по парку у нас объем финансирования, который мы предлагаем и планируем вложить, порядка 7 миллиардов рублей. Вот, если мы сможем все это реализовать, то действительно парк станет жемчужиной нашего города. На этой неделе в Якутске начнутся международные спортивные игры «Дети Азии». Вообще, в целом, что делается для развития детского спорта у нас в городе? Ну, детский спорт вообще должен находиться в одном приоритетном, в числе приоритетных направлений для любого руководителя, я так считаю, потому что в наше время детей, безусловно, нужно отделять от гаджетов, от прочего, и это, безусловно, первое, это спортивная активность. Uh-huh. Надо сказать следующее. Вот у нас, благодаря «Детям Азии», мы сделали большой рывок, которого давно тоже не делалось. Вот совместная работа с правительством, с Айсен Сергеевичем, нам позволила в кратчайшие сроки построить 2 спортивных зала. У нас построен спортивный зал в Хатасах, работает как ДЮСШ уже. И вот буквально несколько дней назад мы ввели в эксплуатацию ДЮСШ номер 9, который будет работать на территории Сайсарского округа на улице Ильминской. То есть у нас к этому моменту построено 2 ДЮСШ «Детям Азии». В целом до конца года мы планируем еще, значит, 3 ДЮСШ. Первое, значит, которое строится специализированное ДЮСШ, будет для детей, кто занимается дзюдо и самбо на улице Губинской. Этот проект реализуется как по народной программе «Единой России» во взаимодействии с Федерацией дзюдо и самбо. Тоже такой сложный проект, который включал в себя
Очень много заинтересованных сторон, но мы смогли его сделать. Угу. Сейчас ждем завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Будет работать как для США. Второй проект, это у нас на территории микрорайона Звездный, строится каток со спортзалом, тоже будет работать в формате детской и юношеской спортивной школы. И, значит, в ближайшие дни идет проектирование, изыскание, подготовка площадки для строительства спортивного зала в микрорайоне Спортивный, рядом с адресами Якутская, 12 и 14. Тоже будет работать в формате ДЮСШ. То есть у нас планируется еще добавить 3 детские и юношеские спортивные школы. Что это нам даст? Сегодня пропускная способность всех наших ДЮСШ составляет порядка 5000 детишек. С вводом вот этих двух спортзалов мы подняли ее почти до 7000 мест. С вводом остальных мы придем близко к 10 тысячам в год детей, которые могут посещать ДЮСШ. Какой эффект это даст? Вот смотрите в цифрах. Сегодня у нас сборная города, сборную республики входит 119 детей из города Якутска, уже подтвержденных. И сейчас по 5 участникам по дзюдо как раз идет еще определение участников, состава участников. Угу. Вот из 119 подтвержденных у нас 45 воспитанников, это из детской и юношеской спортивной школы. Остальные посещают республиканские учреждения, там частные клубы и так дальше, да, федерации отдельные. Ну вот 45 детей дало нам ДЮСШ. К концу года мы практически удвоим пропускную способность. Это позволит охват больше сделать, соответственно, больше вклад внести в здоровое воспитание наших детей. Поэтому это большое мероприятие по капстрою. Второе, значит, мы ведем масштабнейшую работу по капитальному ремонту ДЮСШ существующих. Угу. 7 зданий. 7 ДЮСШ, 9 зданий. Мы в этом году провели ремонт на более чем 100 миллионов рублей. В прошлом году провели ремонт, и до конца нам осталось еще вложить порядка 200 миллионов, чтобы полностью завершить весь комплекс работ. Ну, например, у нас ДЮСШ 5 мы внутри полностью провели ремонт, нам остался фасад. Эту работу мы обязаны завершить в течение следующего года. Для себя лично я ставлю приоритет, чтобы у нас, я в свою смену успел все ДЮСШ отремонтировать, чтобы детишки занимались в достойных условиях. А как Якутск в целом готовился к проведению игр «Дети Азии»? Мы работали по нескольким направлениям. Безусловно, это была большая командная работа с правительством республики. Надо сказать, что объем работы был действительно колоссальный. На данный момент мы уже находимся на финишной прямой, завершаем все работы. Например, по благоустройству. По плану благоустройства основной такой масштабнейшей работой было ремонт фасадов зданий на территории города Якутска. Всего отремонтировано 48 зданий, уже завершено. И одно здание мы завершаем сегодня, завтра. Это Короленко 2. Там сейчас Балясина подводят. В общем, 49 зданий у нас включено в фасады на завершающей стадии, 98% исполнения. Большой объем работ у нас проведен по линии улично-дорожной сети. Почти 25 тысяч квадратных метров у нас суммарно это объем ямочного ремонта. Но мы не будем останавливаться, мы также дальше продолжаем. Пока весь сезон мы будем работать, наращивать эти темпы. Потому что у нас сложная ситуация с грунтами. Плюс у нас периодически нарушают правила дорожного движения водители большегрузной техники. Ездят там, где они не должны ездить. Поэтому все это, конечно, является дополнительной нагрузкой на уличную дорожную сеть. Поэтому мы будем продолжать эти работы. Большой объем работ, более 5000 квадратных метров мы провели по ремонту тротуаров. Порядка 1 300 000 цветов уже посажены на данный момент. Значит, у нас большая работа проведена по озеленению, комплексная, такая не проводилась в ранние годы. Это улица Ильминская, улица Пирогова. Плюс большая работа по санитарной обрубке, санации зеленых насаждений, убирали сухостои. Большая работа также у нас ведется студотрядами. 136 участников студотрядов сейчас работают на территории 8 округов города Якутска. Также у нас огромная работа проведена по асфальтированию в рамках прилегающих территорий к социальным объектам, студгородка. Ну, в общем, комплекс работ, он, конечно, проведен колоссально большой. Поэтому сегодня можно сказать, что мы весь объем работ, который необходимо было сделать, выполнили. Поэтому, я думаю, мы достойно встречаем наших гостей. В каких дисциплинах участвуют спортсмены из Якутска? Практически во всех. То есть, практически во всех 22 дисциплинах у нас, где по одному, по два, там, где больше детей участвуют.
Мне сообщают, что поступил еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Евгений Николаевич, у нас к вам два вопроса будет. Это беспокоит жильцы Каландрашвили с улицы. Вот, в частности, Каландрашвили 40/2 и напротив дом 38/1. У нас прекрасная площадка дворовая. В свое время даже телевидение приезжало и показывало как одно из лучших. Но 2 года тому назад работники управы Октябрьского округа половину оградки ограждения сняли. И, значит, сейчас все это стало затаптываться у нас и все ломаться. А они, управа Октябрьского округа, никак не реагирует, валит на департамент ваш, мэрии, по благоустройству, а те обратно на этих. У нас просьба, пожалуйста, с чиновниками управы Октябрьского округа разберитесь по нашему вопросу. И еще, у нас вот рядом прекрасная спортивная площадка Каландрашвили 38/2, прекраснейшая была. Перед где-то за месяц, значит, пришли опять же работники Октябрьского округа, сломали все полностью, сказали к открытию Дети Азии мы построим отличную новую. Сейчас она полностью сломанная стоит, в ужасном состоянии, а завтра уже открытие Детей Азии, полный бардак. Звонок. Спасибо за звонок. Второй вопрос. Ну ладно. Ага. Каландрашвили 40/2, 38/1. Да, у нас контакты есть? Да, мы по этим адресам проводим уже 2 года подряд работу по благоустройству дворовых территорий в целом, да, если понимать. Часть работ, которые мы выполнили, они не закончены с точки зрения всей дворовой территории. Там много домов, порядка 10. Мы в целом отработали сейчас по 3 домам. Нам еще, то есть 7 домов надо благоустроить территорию. Поэтому мы комплексно будем работать по всему околотку домов. Угу. Завершим. А сейчас вот относительно вашего сигнала мы обязательно сегодня же отработаем. Вот второй вопрос там был про спортивную площадку. Да, я понял. Мы и по ограждению, по спортивной площадке посмотрим, где какие ограждения сняли, разберусь. Угу. Приближается долгожданный праздник Эсэхтуймады. Какая подготовка идет? Ну, Эсэхтуймады, все же мы прекрасно знаем, что это самый большой национальный праздник в Российской Федерации. Говорят, что церемония встречи солнца является самой большой в мире. Поэтому, безусловно, для окружной администрации, для всех работников это большая-большая рабочая задача, да, требующая мобилизации всех ресурсов. В прошлом году Эсэхтуймады посетило 235 тысяч человек. В этом году мы ожидаем не меньше в связи с проводимыми большими событиями на территории города. Подготовка идет полным ходом. Значит, мы 29-30 июня будем готовы встретить горожан, гостей столицы на территории местности Усть-Хатынь. В этом году у нас и ряд нововведений. Мы смогли, значит, обновить все 99 серге, которые используются для обряда очищения, когда народ проходит к главной алтан-серге. И там, значит, будут завершены 2 последние серьги 29 числа. Это вот, ну, целая церемония там идет к этому моменту. Будут изменения с точки зрения спортивных программ. У нас игры Дегына все будут проходить на центральной трибуне Кумусапытия, чтобы было удобно сразу смотреть. А на территории, где раньше проходили отдельные игры Дегына, будут запущены игры для молодежи, для детей. Вот игры Бергена. Это для того, чтобы как раз таки детей вводить в национальные виды спорта и поднимать в целом интерес к спорту, в том числе к национальным видам спорта. Также у нас мы на территории входа процедура очищения ЛГЗ происходит. У нас у РАСА мы приняли ряд решений, чтобы увеличить пропускную способность, чтобы не было больших очередей. Поэтому вот мы с каждым годом стараемся сделать все удобнее для наших посетителей. В этом году также постарались. Ждем всех, приглашаю, пользуясь случаем. Приходите, будьте почетными гостями нашего цеха. Мы всем рады. Как будет организовано движение транспорта? В моменты празднования 29-30 мы запустим 2 дополнительных маршрута, 155 и 156. Один будет ходить с территории медцентра, а второй пойдет с территории автовокзала. Вот. Будут с интервалами ходить 10-15 минут в дневное время, значит, и в ночное время около 20 минут будет интервал.
для того, чтобы люди могли сходить на церемонию встречи солнца. Вместе с тем ведется параллельная работа для того, чтобы у нас, несмотря на проводимые все масштабные же мероприятия Дети Азии, с Эхтуймады внутри города вышли все запланированные автобусы, чтобы те, кто живут и передвигаются в эти дни в городе, не испытывали сложности в транспортном обеспечении. Поэтому масштабнейшая мобилизация идет по линии Союза Авто и ЕПАКа, чтобы горожане не почувствовали дискомфорта. Евгений Николаевич, напомните, как население может с вами связаться? Официально через отдел обращения граждан можно отправить свой звонок, либо в письменной форме обратиться. Можно официально записаться также через социальные сети. В общем, любые форматы. Мы еженедельно проводим встречу с населением, приемы. Иногда удается в неделю два раза принять. Евгений Николаевич, наш эфир завершается. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на вопросы. Спасибо вам большое. Поздравляю всех с наступающим эсэхом. Ждем на территорию Усть-Хатынга. Приходите, зарядитесь энергией, встречи солнца, примите алгас. А я напомню, что те звонки с вопросами, которые не прозвучали во время прямого эфира, мы передаем нашим гостям сразу после завершения программы. Всего доброго.